Вы очень подробно рассказали про прямую промышленность, но не упомянули про торговлю. Скажите, пожалуйста, как-то скажется проведение Кубка Конфедерации на оборотах торговли? Да, люди едут, туристы тратят здесь деньги. Если можно, может быть, какие-то цифры, насколько увеличится, или там какой-то положительный эффект будет ли? Спасибо. Я думаю, что положительный эффект, безусловно, будет, поскольку он связан с увеличением в целом туристического потока. И, безусловно, это на экономику в целом положительно влияет, именно розничной торговли. Про цифры, я думаю, достаточно сложно будет говорить. Мы сможем итоги потом подвести и сравнить. И, тем не менее, с проведением мероприятий прошлых лет мы видели такую активность определенную. Надеемся, что и по этому году также у нас цифры увеличатся. Тем более, что пока у нас розничный товарооборот по итогам прошлого года практически не увеличился, но тем не менее мы смотрим, что в этом году у нас динамика уже становится положительной. В 2014 году у нас было там в 2015 серьезное падение из-за понятных событий. Поэтому мы рассчитываем, что и это мероприятие в том числе повлияет на увеличение товарооборота, но еще раз говорю, в первую очередь розничного.